Так, к нам заезжает сегодня Гелендваген. Мишка. Ничего себе, где ты? Где ты взял? Где ты заработал на этот гелик? Мужик. Андрей, попросишь музыку мне сделать. Погромче? Да, тихо. Кузов там, помойте, колеса на черните. Ну нормально, сделайте как себе вот это, чтобы фонарики так работали. Вот это вот притонировать надо, блядь. Тонировочку, да? Да, это. Тонировка фар, значит, получается. Красиво, чтобы было. Полировка. Андрей, чтоб музыку. Музыка, да. Хорошо, чтоб играл вот для себя. Как для себя. Вот, чтобы... Этот. SQ? SQ предпочитаешь? Похую. Лишь бы для себя, вот чтоб. А, только для себя. Да. Да, ключ значит, оставляешь? Ключ? Какой модный ключ? Там бесключевой доступ. Когда вот это выключает все, то есть питало, чтобы аккумулятор не просел. Ну, сделайте, короче. Номер есть, наберешь. А какой номер? Телефона. Найдешь меня. Хорошо. А предоплату оставите? Надо. Ты что, думаешь, я тебя кину? Ну, у нас как бы положено, типа. Предоплата это. Кто ты такой, блядь, чтобы мне говорить что-то? Я понял вас. Все, по окончанию работы мы вам позвоним. Найдешь меня? Да. Я потом. В смысле? Это неделю где-то работает. Как бы. Я в кафе. Странный клиент какой-то на самом деле. Ёб твою мать! Не приедет. Пешком поедет. Бля, видит пизды, да?